Мест хватит всем. Власти республики уже в сентябре намерены сократить очереди в детские сады. Этой осенью более 3000 ребят попадут в дошкольные учреждения. Планы колоссальные. До конца года необходимо возвести 11 новых садиков. Различные ведомства вернули еще 3 здания, некогда перестроенные под учреждения. Там проведут капитальный ремонт. Эти работы на постоянном контроле держит министр образования. Сегодня он проинспектировал строительство детского сада в Чебоксарах. Дмитрий Ковалев с подробностями. В прошлом году обещали, этим летом воплотились в реальность самые смелые планы. На строительство новых детских садов была направлена солидная сумма – более 400 миллионов рублей. В строй они должны быть введены уже в сентябре, не позже. Работы на всех объектах идут по графику, а где-то намеченные сроки и вовсе опережают. Этот детский сад строители обещают сдать уже в августе здания. Возводят проверенные подрядчики. От намеченных сроков они не отставали никогда. Сейчас на объекте задействованы более 100 человек. Трудятся люди и днем, и ночью. В самом разгаре отделочные работы. В уже возведенных корпусах укладывают плитку, штукатурят стены и заливают полы. Новый детский сад распахнет свои двери для 240 ребят. Дошколята будут воспитываться в шикарных условиях. Просторные комнаты, современное оборудование и бассейн. На детях не экономят. Строители работают на совесть. Но ставку делают не только на строительство. В 30 садиках планируют провести капитальный ремонт. И это тоже позволит создать около 1000 свободных мест. Что греха таить, долгие годы мы не могли их капитально ремонтировать, не могли оснащать должным образом. Поэтому то, что эта программа начинает работать, и детские сады получат не только строящиеся и существующие дополнительное оборудование, дополнительные деньги для того, чтобы привести в соответствие с требованиями санитарно-эпидемического надзора, мы, думаю, шаг за шагом тоже решим проблему тех садах, которые у нас сегодня существуют. Свести на нет детскую очередность получится только через 2 года. В ближайшее время чуваши из федерального бюджета выделят еще 600 миллионов рублей. Министр образования подчеркивал не раз, программа эпохальная. Таких сумм на поддержку дошкольного образования регион не получал давно. Уже в следующем году в республике намерены возвести еще 9 детских садов. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.